В Бурятии сегодня работает 33 тысячи самозанятых. Все они могут воспользоваться мерами государственной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Одна из них – Аюна Цединжапова. Она всегда любила шить и вязать. Игрушки появлялись одна за одной, и их стало так много, что она решила продавать. В центре «Мой бизнес» девушке помогли оформить самозанятость, а после она прошла обучение по ведению своего дела. Благодаря поддержке Аюна прошла тренинги, побывала на форумах, ярмарках, где познакомилась с единомышленниками. Я пришла на ярмарку на первую, и у меня же начали покупать, у меня не осталось ни одного зайца на второй день. И я прям вязала. Все 15 дней, когда была ярмарка, я вязала прямо на ярмарке. А ко мне подходили наши предприниматели и просили поставить им игрушки на реализацию. Благодаря господдержке девушка вышла на новый уровень, и теперь ее куклы и игрушки покупают по всей стране. Ее продукция появилась даже на крупных маркетплейсах, таких как Wildberries. Благодаря господдержке мне удалось масштабировать проект, мне удалось выйти на уровень, мне удалось понять, куда мне двигаться.